Кубки России гандболистки Ростов-Дона решили немножко отдохнуть, развлечься и проверить свою меткость не на паркете, а в лазертаге, куда болельщики позвали девушек поиграть. Это лазертаг, где будет кооперативная игра с девчонками, мальчишками, любителями гандбола и тех людей, которые поддерживают непосредственно игроков. Это будет винегрет из активных болельщиков и игроков. У нас будет прям встреча, бой. Ну, все увидите. Девушки обладают не только отличным дриблингом и метким броском, но и хорошим чувством юмора и воображением. Свои команды гандболистки назвали «Черепашки-ниндзя», «Карбонара» и «Гномики». Сегодня гандболистки играют не в одной команде, а являются противниками. А союзники у них – болельщики. Как это играть с гандболистками в одной команде? Знаете, это великолепное чувство, когда ты приходишь поболеть за гандбольный клуб, за наших любимых гандболисток с трибун. Это одно ощущение, когда ты вместе с ними в одной команде соревнуешься, ты впитываешь вот этот победный дух, перенимаешь их какие-то подсказки. Это очень классно. После насыщенного сезона встреча с болельщиками дала гандболисткам новый заряд ярких эмоций и оставила в конце игры улыбки на лице. А победила дружба. Мне кажется, мы быстро сработались. У нас была тактика, что очень важно. Защитная, атакующая, когда мы бежали, как нужно было побежать, куда, чего. Очень интересно, что-то новое и необычное. У нас защита была: кто успел, тот и побежал. Вперед, назад. Кто не успел назад. У меня море позитивных эмоций, это такой драйв просто, я не знаю, такая разрядка. Вот, знаете, не хуже, чем тренировка, просто усталость настолько приятная. Я не знаю, спасибо нашим болельщикам, прекрасная организация и все супер просто. Я считаю, это здорово, нам очень интересно, я думаю, им тоже интересно с нами пообщаться. И также и нам интересно с ними пообщаться, и дружеская обстановка. Это уже наша вторая встреча, и вот, первая встреча прошла просто на высшем уровне, поэтому, когда мы узнали, что ребята собираются нам устроить еще одну встречу, все были очень рады. Эмоции вообще самые замечательные, очень весело провели время, я прям настолько вошла в азарт, что когда наша команда проиграла, я очень-очень переживала, но, конечно, все равно вся атмосфера, веселье, добродушие, действительно, так очень редко бывает, когда вот так вот болельщики для тебя, для команды вот организовывают, да, вот такие мероприятия, там лазертаг, пострелять, там побегать, но это очень редко, где, я думаю, бывает, и очень приятно от этого, то, что они хотят провести с нами как бы время, то есть поделиться какими-то эмоциями с нами тоже, то есть не только когда мы на площадке с ними делимся, но и тоже что-то дать в ответ. Вот, и поэтому, я думаю, мы вообще очень весело провели время, прям сплотились, так посмеялись, побегали.